тем, что современные ритмы жизни действительно диктуют огромное количество условий, и одно из самых важных условий – это возможность правильно питаться. Но с другой стороны, современный ритм жизни нам еще говорит и диктует другие особенности. Мы не успеваем правильно кушать, мы иногда пропускаем еду, мы перекусываем сладкими либо жирными вещами, и тогда либо наш основной прием пищи вместе с семьей, с нашей, остается вечером, и после чего тяжелая, да, вот тяжесть в желудке, и мы себя не очень комфортно чувствуем. Если с нами такое происходит, если мы нерегулярно питаемся, если мы питаемся или перекусываем неправильной или нездоровой едой, то, в принципе, могу вам смело сказать, что это приводит к тому, что у нас снижается концентрация внимания, что мы становимся более раздражительными, но мы становимся в большей степени в стрессовой, оказываемся в ситуации, что и приводит к набору веса. Могу сказать одно, что неправильное питание, неполноценное питание приводит к явной причине, это повышению сахара в крови. Поэтому очень важно обращать внимание при выборе продуктов на продукты с низким гликемическим индексом. Что такое гликемический индекс? Гликемический индекс – это показатель потребляемых нами углеводов на уровень сахара в крови. И если мы съедаем что-то сладкое, либо что-то очень жирное, либо мы перекусываем неправильными продуктами, это приводит к тому, что у нас сразу поднимается сахар в крови, тем самым повышается гликемический индекс, и мы, в принципе, не готовы работать. Мы очень сильно устаем. Ученые и диетологи всего мира говорят, что нужно обращать внимание на продукты с низким гликемическим индексом. Те, которые не дают роста сахара в крови, тем самым мы ощущаем чувство сытости и энергии на протяжении возможности от одного перекуса, вернее, от одного приема пищи до другого приема пищи. Вот об этом я хочу и с вами поговорить, потому что гликемический индекс с утра очень важен. Не зря компания Oriflame совершенно недавно запустила новую программу в питании. Это наши wellness-завтраки. Что это такое? Это возможность правильно питаться. Знаете ли вы, что согласно статистике, 25% людей вообще на земном шаре не завтракают. Ну, не завтракают по разным причинам. Либо они не успевают себе приготовить правильный завтрак, либо вообще по привычке того, что они не привыкли завтракать. Причем 13% из этих 25% не завтракают вообще. Не завтракают никогда. Могу сразу сказать, что не завтракают по одной простой причине, потому что плотно ужинают вечером. И с утра еще есть ощущение сытости. Человек действительно не хочет кушать. Но ведь завтрак – это святая святых, потому что именно с правильным, здоровым завтраком наши клеточки просыпаются, они получают полноценное питание, они заряжают нас с вами с энергией, и мы сосредоточены прямо и внимательны с самого утра. Завтрак еще приводит к тому, что он дарит нам возможность быть больше сконцентрированными, и завтрак, он контролирует наш вес. Поэтому очень важно, чтобы завтрак всегда был правильный и полноценный. Говоря о завтраке, хочу обратить ваше внимание, что к завтраку относится коктейль Natural Balance, обязательно один саше Wellness Pack и обязательно ваше любимое здоровое блюдо. Вы можете это все соединить, ну, например, ягоды смешать в блендере вместе с коктейлем. Это очень вкусно, это очень сытно. Либо наоборот, съесть все отдельно. Но тем не менее, наши клеточки с утра получат полноценное, правильное и, конечно, здоровое питание. Выйти на уровень, на новый уровень завтраком легко. Почему? Потому что завтрак подразумевает целый прием. Ведь на самом деле в одной порции коктейля и в одном wellness-пэке достаточно очень много продуктов. Продуктов, которые нужно съесть с утра. Вот посмотрите, да, нужно, например, съесть для того, чтобы получить норму железа, нужно съесть 230 грамм кураги. Чтобы получить норму витамина D, съесть 200 грамм грибов. Витамина В6 съесть 2 банана. Для того, чтобы получить фолиевую кислоту, нужно съесть как минимум полкилограмма синей капусты, да, или краснокочанной капусты. Вот, для того, чтобы получить марганец, нужно съесть полкилограмма клубники. То есть достаточно очень много. Во-первых, это очень дорого. Ну а во-вторых, это действительно очень много. И вопрос, насколько будут высокого качества те продукты, которые вы включите в свой завтрак. Отличная альтернатива.
Это, конечно же, наш прием пищи, это коктейль Natural Balance вместе с Wellness Pack, женским или мужским. Точно так же мы гарантируем и отличный правильный ужин. Как правило, очень часто семьи, собираясь за вечерним столом, съедают достаточно большую норму еды. Но если вы не хотите поправляться, если вы хотите контролировать свой вес, но в то же время есть чувство голода, ощущение голода, очень правильно обратить внимание на wellness-ужин. Это одна порция супа. Супа либо нашего зеленого супа со шпинатом, либо наоборот супа нашего с томатом и базиликом. То есть это сбалансированный, богатый протеинами, в том числе и низкокалорийный продукт, который поможет и утолить чувство голода, утолить тягу к сладкому, а также позволит и контролировать ваш вес. Итак, для того, чтобы правильно и хорошо выглядеть, а для того, чтобы нам полноценно питаться, нас должен сопровождать wellness-завтрак и, конечно же, wellness-ужин. Ну а я перехожу непосредственно к самой продуктовой коллекции, поговорю о серии Natural Balance. Первое, на что хочу обратить внимание, это на наши коктейли и на наши супы. Напомню о том, что коктейли и супы, они натуральные. Они не содержат никаких искусственных вещей, они не содержат ГМО. И самое важное, они содержат тот самый низкий гликемический индекс, который дает возможность поддерживать энергию от одного приема пищи до второго. Добавлю, что это те продукты, которые были созданы не компанией Oriflame, а были созданы великим ученым, достаточно очень известным в области трансплантологии, это хирург Стикстен. И только компания Oriflame нашла коммерческое предложение продуктам, которые были созданы специально для полноценного правильного питания, чтобы здоровье пациентов было более крепким и более сильным. Итак, давайте поговорим, что же дает или какие дают результаты коктейли и супы Natural Balance. Но прежде всего, для того, чтобы употреблять, нужно понимать, что вы переходите на низкокалорийные продукты. И мало того, вместе с ежедневными тренировками, с регулярными тренировками, это дает результат на снижение веса. Например, да, в течение года в среднем человек может точно уменьшить свои килограммы, ну, от 7 килограмм до 10 килограмм точно. В течение 2 лет человек может снижаться до 13-15 килограмм. То есть это те результаты, которые есть и которые показывала контрольная группа в Стокгольме, а непосредственно в Игиллёсе. Почему супы и коктейли Natural Balance полезны для нас? Ну, прежде всего скажу о здоровье. Потому что это возможность быть энергичными на протяжении целого дня, возможность получить правильное сбалансированное питание на основе медленных углеводов, на основе ненасыщенных жиров, на основе протеинов, причем в супах протеина растительного происхождения. Ну и, конечно же, это возможность выглядеть прекрасно. То есть это возможность контролировать свой вес, так как снижается чувство голода, снижается потребность в сладком, ну а также снижается аппетит и появляется вообще нежелание переедать. Поэтому это те продукты, на которые стоит обратить наше с вами внимание. Итак, если говорить о том, почему эти продукты полезны для нас, сразу скажу, что это растительные компоненты, это большое содержание протеина и клетчатки, это медленные углеводы и, конечно же, потеря веса. Но что же такое натуральные источники протеинов? Напомню о том, что в коктейле Natural Balance находятся 3 источника протеинов. Это протеины яиц, протеины зеленого горошка и протеины молока. Причем протеины молока выделены не из молока, а из молочной сыворотки. Ну а протеины яиц, они достаточно богаты жирными полинасыщенными кислотами, ряда омега-3, омега-6, омега-9, только потому, что их берут у особых курочек, вскормленных по специальной органической диете на основе семян льна. Ну а в супах есть свои растительного происхождения протеины, это протеин сои, протеин зеленого горошка и протеин картофеля. Причем скажу, что когда мы говорим о картофеле, то очень
часто у нас бывает запутанное, двоякое мнение. В принципе, картошку есть нельзя. Диетологи не рекомендуют употреблять картошку жареную, либо картофель пюре, но я обращаю ваше внимание на молодой картофель. Именно в молодом картофеле есть белок туберин, который так необходим для отличного нашего состояния, состояния нашей кожи, состояния наших волос и, конечно же, наших ногтей. Если говорить о пищевой ценности, то в принципе, но это сравнимо с порцией одного яблока, да, вот по калорийности, вот зеленое яблоко 70 калорий, килокалорий, да, и практически столько коктейлей Natural Balance, практически столько у супов Natural Balance. Но разве в яблоке есть протеины и жиры? Нет, яблоко это медленный углевод, именно зеленое яблоко. А вот для того, чтобы поддержать себя протеинами и ненасыщенными жирами, конечно же, рекомендовано употреблять продукты категории Wellness, а продукты Natural Balance. Итак, подведем итог. Серия Natural Balance – это уникально разработанные продукты. Это коктейли и супы, которые разработаны в Швеции. Но в свое время они еще год производили. В 2009 году они появились на рынке Украины, но ровно через год шведских мощностей производства было недостаточно. И поэтому производство коктейлей и супов переехало в Германию на один из самых лучших заводов по приготовлению спортивного питания. И за стандарт этого завода стандарт HASP. Это европейский стандарт, в котором... В принципе, включается в этот стандарт экологичность и чистота как ингредиентов, экологичность и чистота тех кастрюль, в которых продукты смешиваются. Это те продукты, которые содержат медленные углеводы, это те продукты, которым мы можем с вами доверять и тому подтверждение, что более 158 миллионов порций было выпито в течение прошлого года, 2015 года, выпито нашими с вами усилиями непосредственно в течение целого года по всему миру. На что еще обращаю ваше внимание? На то, что у категории Natural Balance есть и протеиновые батончики. Что это такое? Это отличная, здоровая альтернатива тем перекусам и тем сладостям, которые мы так сильно любим. Вы знаете, среди нас огромное количество мужчин и женщин, которые, ну, я бы их по праву назвала сладкоежками. Потому что эти люди не могут обойтись без шоколадки, без кусочка тортика, возможно, и без целого тортика. Они не могут обойтись без конфетки, без выпечки. И поэтому батончики, они настолько отличная альтернатива, настолько отличная замена, что, в принципе, на это стоит обратить внимание. Причем батончики присутствуют в двух видах, да, со вкусом шоколада и со вкусом ягод, такой вот ягодный вкус, фруктовый вкус. В чем уникальность и почему они полезны? Ну, во-первых, здесь есть три вида протеинов. Молоко, протеины сои, протеины зеленого горошка. Батончики содержат 4 вида злаков. Причем это, скажу, отличная клетчатка, отличное, ну, очищение желудочно-кишечного тракта. Мы в наших батончиках впервые включили, вообще не впервые, а мы единственные, наверное, кто включили такие мощнейшие антиоксиданты из ягод, которые есть. То есть это ягода асаи, это черника, это гранат и какао-бобы. Мощнейшие антиоксиданты, мощнейшая защита клеток. И поэтому тоже обращаю внимание, особенно для сладкоежек, на наши продукты. Переходим к категории Wellness Pack и... Напомню о том, что сразу на что стоит обратить внимание, на то, что есть категория отдельно для женщин и есть категория отдельно для мужчин. Уж так сложилось, что у нас с вами, у нас с мужчинами совершенно разные потребности, да, и мы по-разному затрачиваем энергию, и нашим клеточкам совершенно нужно разное потребление витаминов, разное потребление минералов, и на это тоже стоит обратить внимание. Итак, Wellness Pack. Что в него входит? В один сэшэ Wellness Pack входит одна капсула шведского бьюти-комплекса плюс, две капсулы омеги-3 и одна таблетированная дроже мультивитаминов и минералов. В чем уникальность? В том, что в данном Wellness Pack содержится один из самых мощных антиоксидантов астаксантин, об этом я буду чуть позже говорить, в том, что эти продукты создавались, были исследованы, разработаны и до сих пор производятся в Швеции. Причем в Швеции они производятся на заводе, которому присвоена самая высокая фармацевтический, самый высокий фармацевтический стандарт, это стандарт GMP. И поэтому очень важно, чтобы мы на это обратили внимание.
То есть стандарт GMP не присваивается продукту. Стандарт GMP, как и стандарт HACCP европейский, присваивается заводу, на котором производятся наши продукты. Ну и самое важное, на что обратить внимание, на то, что это уникальная комбинация. Что здесь те продукты, которые друг без друга просто не могут. Здесь для жирорастворимых витаминов обязательно должна быть жирная среда. И в данном случае омега-3 как раз тому в помощь. Обязательно астаксантин тоже должен быть в жирной среде, и поэтому это еще одна возможность усилить действие друг друга. Кому можно рекомендовать? Абсолютно всем, кто хочет чувствовать в себе силы, энергию, кто хочет очень долго оставаться молодым и здоровым, и об этом есть свои клинические подтверждения непосредственно в руководстве по потреблению категории wellness. В чем уникальность? Даже на самой упаковке Wellness Pack написано о том, что это полезно и для кожи, и для иммунной системы, и для сердца, и для зрения, и для мышц, и для суставов, вообще для полностью для костного нашего скелета. Итак, если мы принимаем Wellness Pack, это значит, что наша кожа становится более увлажненной и более эластичной. Доказано, что после приема Wellness Pack через полгода сокращаются морщины, что кожа становится более гладкой, она разглаживается. Мало того, мы чувствуем больше энергии, это значит, что у нас становится выше жизненный тонус, и мы меньше утомляемся. Это здоровье нашей иммунной системы. Я напомню еще одну очень важную вещь. Если доктор прописал таблетку, то от таблетки отказываться не стоит. Но не стоит путать, что Wellness Pack – это не панацея от всех болезней. И поэтому Wellness Pack дает здоровье иммунной системе. Если вдруг у нас с вами были какие-то хронические заболевания, будьте уверены, что с повышением иммунной системы эти хронические заболевания могут уйти на задний план. Благодаря тому, что в Wellness Pack есть омега-3, это отличная работа нашего сердечка. Это отличная возможность быть очень мягкими, да, очень гибкими сосуды наши кровеносные. Это значит, что на стенках кровеносных сосудов не образуются жировые бляшки в виде липидов в крови, да, жирной текстуры, холестерина, триглицеридов и так далее. Это значит, что у нас с вами отличная возможность повысить свою мышечную силу. Например, скажу, что после приема Wellness Pack у мужчин тоже улучшается физическая активность, они становятся более энергичны, у них растут мышцы, если они занимаются спортом. И, кстати, наши мужчины становятся более сильными и крепкими тоже через полгода после употребления таких продуктов. Суставы, снижается воспалительный процесс. Это особенно важно для пожилых людей, у которых есть проблемы непосредственно в костной системе. Ну и, конечно же, зрение. Благодаря содержанию витаминов, благодаря тому, что здесь есть один из антиоксидантов черника, улучшается состояние зрения, и мы достаточно очень хорошо видим. Это тоже очень важно, и на это тоже стоит обращать внимание. Если говорить об уникальности продукта, то напомни о том, что здесь свои клинически доказанные результаты, что и улучшается эластичность кожи, сокращаются морщины, что и растет мышечная масса, что улучшается зрение, то есть это все можно увидеть. Но и отдельно скажу о мощнейших антиоксидантах, о полинасыщенных жирных кислотах, о том, что завод, на котором производится Wellness Pack для женщин и для мужчин, имеет высокий стандарт фармацевтического производства GMP, ну, наши капсулы. Самое важное, они не содержат ни бычьего, ни свиного желатина. Поговорим отдельно о каждом продукте. Итак, шведский бьюти-комплекс плюс. Что это значит? Он состоит из двух антиоксидантов. Это первый, самый мощный, астаксантин. Напомню, что астаксантин это вырабатывается особой водорослью Haemococcus pluvialis. И эта водоросль произрастает всего лишь в двух местах, у берегов Стокгольмского архипелага и у берегов Гималаев. Так вот, мы эту водоросль культивируем у берегов Стокгольмского архипелага. И на самом деле ученые обратили внимание на уникальную способность организма, который не может жить без воды, находиться в период палящих лучей солнца в красном состоянии. То есть водоросль мгновенно краснеет. И до следующего прилива она находится в красном состоянии, пока опять не попадает в воду и не зеленеет. Что позволяет водоросли оставаться живой? Вот этот красный пигмент – это астаксантин. Сегодня в природе, не в медицине, вообще
мощнее антиоксиданта, чем астаксантин? Нет. У него есть великая и уникальная способность. Он имеет возможность накапливаться в клетке и давать вообще очень мощную защитную реакцию. Он не дает возможность клеточкам нашим разрешаться, тем самым и приводит к противовоспалительным действиям. Второй компонент, который усиливает действие астаксантина, это, конечно же, экстракт черники, натуральный источник витамина С. Мало того, он водорастворимый и отлично имеет положительные результаты как на зрение, так и на сердечно-сосудистую деятельность организма. Мультивитамины и минералы. Я напомню о том, что в природе существует 4 жирорастворимых витамина А, Д, Е, К и водорастворимые витамины, это витамины группы В и витамин С. Так вот, есть витамины А, Д, Е и К, которые вот жирорастворимые, которые без жирной среды просто не будут всасываться. И поэтому уникальность именно в Wellness Pack в том, что вместе с жирной средой астаксантина, да, шведского бьюти-комплекса плюс и жирной средой омеги-3, у нас с вами есть возможность полноценно получить витаминный комплекс. Вообще витамины, вита, от латинского слова жизнь, это то, что жизненно нам необходимо. Если мы не будем получать витамины, это значит, что мы можем просто умереть. Кстати, если говорить о первых упоминаниях о витаминах, скажу, что это был далекий 18 век, и тогда российский, русский профессор Лунин исследовал действие витаминов на белых мышах. То есть была группа мышей, которая получала витаминизированные продукты, а была группа мышей, которая получала просто продукты питания без витамина. Так вот, вторая группа мышей очень быстро умерла. Витамины жизненно необходимы. Присутствие минералов в нашей жизни тоже важно. Но если вдруг мы их не будем получать, понятно, что мы будем жить, но мы будем жить очень плохо. Мы будем болеть. Мало того, витамины и минералы очень многие нужны друг другу, как сладкая парочка от ВИКС. Да? Ну, например, минерал железа очень нужен фолиевой кислоте, витамину группы В. Или, например, минерал кальция очень сильно нужен и важен витамину D, жирорастворимому. Или, например, для наших мужчин мощнейшая антиоксидантная защита, то есть молодость кожи, это минерал магний вместе с витамином С. Это очень важно, и поэтому на это стоит обратить внимание. Но уникальность еще одна очень важная. У нас с вами совершенно разный набор. И для набора, да, отдельно есть подобранные витамины и минералы для женщин, а есть подобранные витамины и минералы для мужчин. Причем у женщин есть усиленное содержание, например, фолиевой кислоты, железа, кальция, то, что необходимо женскому организму. У мужчин есть усиленное содержание других минералов. Это, например, минерал магний, минерал цинк, и это достаточно очень важно, то, что необходимо нашим организмам совершенно по-разному. Если говорить об омеге-3, то скажу, что, наверное, еще несколько лет назад в Америке омега-3 ушла из раздела пищевые добавки в раздел лекарства по 5 признакам. Потому что благодаря потреблению омеги-3 учеными было доказано, что улучшается состояние кожи, улучшается работа мозга, работа памяти, улучшается состояние сердца и состояние сосудов, снижаются воспалительные процессы в суставах, и, конечно же, снимается риск появления такого недуга, как депрессии. Все это благодаря тому, что омега-3 с содержанием своих двух кислот, это эозапентаеновые и докозакексаеновые кислоты, благодаря им, в принципе, они являются источниками построения нейронов нервной системы. И поэтому это отличная возможность и хорошо мыслить, и отлично выглядеть, и иметь крепкую здоровую память, и самое важное, обладает противовоспалительным действием. Причем, когда говорят о том, сколько нужно употреблять омеги-3 и начинают делить, я вам скажу одну очень важную вещь. Если здесь в единоразовой дозировке рекомендовано 2 капсулы омеги-3, не делите, не оставляйте. Обязательно употребляйте 2 капсулы омеги-3. То есть это норма для того, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть тоже хорошо. Для того, чтобы поговорить отдельно об омеге-3, скажу, что это продукт, который, в принципе, достается нам достаточно очень сложно. Он собирает омегу-3 из жирных сортов рыб, выловленных в северных морях Атлантического океана.
Омега-3 проходит 5 ступеней очистки, причем это самая максимально эффективная очистка вообще в фармацевтическом производстве, да, во всей этой индустрии. Почему? Потому что на самом деле рыба, как и грибы, все имеет способность себе притягивать тяжелые металлы и токсины. Очень часто можно отравиться и иметь негативные последствия. Так вот эти степени очистки, 5 степеней очисток, дают возможность получить на максимально экологически чистый продукт, вот, и это достаточно очень важно. Это высококачественный продукт, и производится он на заводе по стандартам GMP. Это эффективный продукт, вы видите, что здесь содержится два вида кислот, ЭПК, эйкозапентаеновая кислота, и ДГК, доказагексаеновая кислота. То, что дает возможность нам максимально эффективно выглядеть и хорошо себя чувствовать. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это на то, что почему ваша омега-3 настолько дорогая, ведь в аптеке можно купить дешевле. А я хотела бы, чтобы вы просто посмотрели на состав. Ведь в аптеке можно купить просто омега-3, а можно купить просто рыбий жир. Но в этом составе не будет ни ЭПК, ни ДГК. В этом составе не будет 5 ступеней очистки. В этом составе не будет как желатиновые оболочки, сделанные из субпродуктов рыбы. Вот на это стоит обратить внимание. Качество, оно недорого. Качество, оно всегда бесценно. И это очень важный момент. Отдельно обращаю ваше внимание и на детскую категорию wellness, о которой хотела бы поговорить, потому что в этой категории у нас с вами есть мультивитамины и минералы, у нас с вами есть детская омега-3. Поговорим об этих продуктах отдельно. Как правило, у нас с вами, когда есть маленькие детки, вообще, когда у нас появляются детки, мы с вами очень интенсивно, ну, как бы очень с огромной заботой к ним относимся, да, то есть мы чуть ли не в лицо знаем ту козу, у которой молоко, которое мы покупаем. Но вопрос, насколько мы, ну, знаем, что кушает та коза, какие минералы в том молоке, и вообще что там есть, да, и какие есть ли там протеины. На самом деле есть рекомендация. Рекомендация это всех диетологов мира и всех педиатров мира, что ребенку ежедневно нужно 400, а то и полкилограмма фруктов и овощей. Что наш ребенок должен как минимум 3 раза в неделю есть жирные сорта рыб. Не стоит путать, ну, наверное, семгу, форель вместе с хеком и ментаем. Это немножко разные сорта рыб, и поэтому это очень важно. Если у нас с вами нет возможности кормить наших детей именно так, я обращаю внимание на детскую категорию wellness. На сегодня есть статистика, что в принципе только 12% родителей придерживаются правильных рекомендаций педиатров и правильно кормят своих детей фруктами и овощами и 3 раза вдают жирные сорта рыб. А вот 25% родителей идут на поводу своих детей, дают возможность и кормят их всевозможными снеками, всевозможными фастфудами, всевозможными сладостями. То, что в принципе очень вкусно, но абсолютно не полезно. С другой стороны, я могу сказать, что это вредно. И в-третьих, это вызывает и в последующем набор веса, и даже к ожирению. Поговорим отдельно о каждом продукте. Итак, категория wellness для детей, в принципе, она уникальна тем, что она точно так же производится на том же заводе в Швеции по стандарту GMP. Что они были созданы специально для наших детей в возрасте от 4 лет, специально для рекомендаций. И в составе входят и рыбий жир, необходимый ребятам, да, и нашим деткам, и в состав входят и витамины, и минералы, которые не содержат ни искусственных ароматизаторов, ни искусственных консервантов и красителей. Даже те ароматизаторы, вкусовые добавки, которые здесь есть, это натуральное масло лимона и натуральное масло апельсина. Ну а в самой витаминке есть ксилит, который укрепляет даже наши зубки, или даже не наши зубки, а зубки наших детей. Итак, почему продукты wellness полезны для наших детей? Первое – мультивитамины и минералы. То, что необходимо знать нам, родителям, о том, что этот комплекс мультивитаминно-минеральный содержит 13 витаминов и 8 минералов, среди которых есть и жирорастворимые, и водорастворимые витамины. Что здесь есть натуральные вкусовые компоненты лимон и апельсин. Что эта таблетированная дрожжа, она мягкая, она жуется, как обыкновенная желатиновая конфетка. То есть это достаточно очень вкусно. И рекомендация употреблять одну таблетку
таблетку в день, детям до 9 лет и после 10 2 таблетки в день. Ну а если говорить о детской омеге, то скажу, что не каждая мама понимает, что именно в детской омеге большее содержание омега-3, чем, например, в двух взрослых капсулах. И скажу вам почему. Потому что ребенку для того, чтобы он рос, полноценно развивался, полноценно взрослел, омеги-3 нужно больше. И поэтому это норма для взрослеющего и подрастающего нашего поколения. Еще уникальность нашей омеги детской заключается в том, что она находится в жирном состоянии, вернее, в жидком состоянии. Это не значит, что нужно наливать в ложку и прям заливать в рот ребенку. Это не совсем вкусно, недостаточно тех апельсиново-лимонных вкусов, которые могут забить все-таки или замаскировать вкус омеги-3. На самом деле удобство в жидком состоянии добавить в кашу, добавить в любой суп, даже добавить в молочные продукты, и ребенок с огромным удовольствием съест и даже не заметит. Поэтому жидко для того, чтобы немножечко его обмануть, но чтобы все равно свою дозировку он получил. Вы видите, что здесь написано способ применения 1 чайная ложка 5 мл в день. Я могу вам сказать точно, что на самом деле в Украине есть законодательные нормы педиатров Украины немножечко ниже. И педиатры Украины считают, что 1 чайная ложка 5 мл детской омеги – это достаточно завышенная норма, и поэтому нужно 1-2 капельки, то есть 1-2 мл. На самом деле рекомендация педиатров всего мира – чайная ложка. Выбор всегда остается за вами. Сколько хотите, столько своему ребенку и давайте. Есть норма и есть норма потребления в стране. Я бы, наверное, все-таки ориентировалась на мнение педиатров всего мира, зная, что детям нашим достаточно очень сильно нужна омега. Если говорить о тех продуктах, которые, в принципе, нужно употреблять курсами, то здесь бы обратила внимание на нутрикомплекс для волос и ногтей. Причем скажу, что сейчас у нас период с вами авитаминоза, что особенно весной мы начнем замечать о том, что у нас становятся ломкие ноготочки, либо слоящиеся, что у нас начинают выпадать волосы, они становятся либо ломкие, либо тусклые. Это для кого этот продукт? Это как раз для тех, кто видит такую проблему. Нутрикомплекс для волос и ногтей – это тот продукт, который нужен специально для решения проблемы. В чем он содержится? Вообще скажу, что формула уникальна, потому что вся формула водорастворима. Не нужно, если мы рекомендуем Wellness Pack во время приема пищи употреблять, то нутрикомплекс для волос и ногтей можно употреблять, просто запив стаканом воды. То есть с водой абсолютно все необходимое, оно может усвоиться. Итак, в формуле нутрикомплекса для волос и ногтей содержатся очень важные компоненты: L-лизин, L-цистеин, протеиниды яблока, железо, витамин, цинк и селен. Поговорим о каждом продукте, о каждом компоненте отдельно. Итак, протеиниды яблока. Что это? Это мощнейшие антиоксиданты, которые выделены из кожуры зеленого яблока. И они способны увеличивать количество волос как в диаметре, так и укреплять их непосредственно в коже головы. L-цистеин – это незаменимая аминокислота, которая, ну, добавляется или делает более увлажненными, да, добавляет больше влаги в волосы и ногти, тем самым не слоятся, не ломаются и становятся более прочными. Железо – это минерал, причем он способствует тем, что замедляет процессы выпадения волос и, в принципе, стимулирует рост здоровых и крепких. И вот у вас может появиться вопрос: если я употребляю Wellness Pack, там есть минерал железа, причем усиленное содержание, если я пью нутрикомплекс для волос и ногтей, тут есть тоже железо, скажу, что у женщин минерал железа – это дефицит номер один. И причем скажу, что этот дефицит номер один становится всегда дефицитом, как только вы употребляете в своем рационе питания кисломолочные продукты. То есть действие железа нейтрализуется, поэтому его всегда недостаточно. Я даже есть железосодержащая анемия, и он никогда переизбытка в организме не будет. И на это тоже стоит обратить внимание. Л-лизин – еще одна аминокислота, которая усиливает действие железа, то есть способна замедлить выпадение волос. Ну и, конечно же, витамин С, он улучшает усваиваемость организмом непосредственно всех этих продуктов, которые здесь у нас с вами представлены. Итак, есть свои клинические результаты. 100 женщин
Причем эти 100 женщин, вообще исследования проходили на независимой тестерной базе Великобритании. Я об этом всегда говорю. Почему? Потому что только в Великобритании есть тестерная база для всех продуктов для волос и ногтей. Будь то пищевые добавки, будь то шампуни, кондиционеры и так далее. Продукция, наша продукция по уходу за волосами «Эксперт», она тоже тестировалась непосредственно на этой тестерной базе Великобритании. Итак, 100 женщин в возрасте от 30 до 65 лет употребляли в течение 3 месяцев внутрикомплекс для волос и ногтей, после чего было замечено, что на 68% уменьшилось выпадение волос, и на 78% стали более крепкими волосы. Это достаточно очень хороший результат. Я говорила в самом начале о внутрикомплексе для волос и ногтей, что его нужно употреблять курсами. И первый курс рассчитан непосредственно на те нужные с вами 12 недель. Да, то есть это 4 каталога, это в принципе 3 месяца, где мы употребляем 2 таблетки ежедневно и между курсами делать перерыв 1 каталог, для того, чтобы посмотреть, продолжается выпадение волос или одного приема такого вот внутрикомплекса для волос достаточно. Я еще напомню о том, что внутрикомплекс для волос и ногтей – это единственный продукт вместе с батончиками, да, который не входит в состав wellness подписки «Постоянный клиент». Почему? Потому что он рекомендован курсами, его не нужно употреблять постоянно. А вот подписка wellness «Постоянный клиент» – это то, что нам необходимо. Это наша еда, коктейли и супы, это наше здоровье и иммунная система, содержание wellness пэка, и поэтому на это стоит обращать внимание. И при необходимости иметь возможность покупать эти продукты. В завершении своего небольшого такого получасового спика, да, я хотела бы вам сказать о том, что продукты достаточно уникальны. Ими стоит гордиться. Но для того, чтобы их правильно рекомендовать, вообще говорить о них, нужно прежде всего употреблять эти продукты самим. Увидеть результаты, тогда говорить свои результаты, свои истории. Это один из самых успешных шагов категории wellness. Продукт не может быть дешевым, потому что производится одним из самых лучших экологических компонентов, на одних из самых лучших заводов. Но поверьте, что наш продукт стоил бы гораздо больше, если бы он продавался в розничной торговле. Поэтому это одна из самых важных ценностей. Шведское качество, шведские стандарты, шведские разработки и возможность выглядеть и жить достойно, и достаточно счастливо и долго. Ну а я надеюсь, что вы мне за это время уже вопросы написали. Поэтому я с огромным удовольствием сейчас перейду к самому началу, чтобы почитать непосредственно вопросы. Итак, вначале вы говорите о том, что есть звуки, кто-то сомневается, что звука нет, идет переговорный процесс, что все-таки звук есть, и я рада, что все-таки меня слышно. Так, зашли, есть, нет, хороший звук, есть звук, да, только у меня нет, звук есть, микрофон перечеркнут, звука не будет, уберите перечеркнутый. Добрый вечер, то есть люди уже подключились чуть позже. Где же регулируется звук? Да. Так, как предложить wellness вегетарианцам? Яйца и рыбу не употребляют. Я вам могу сказать, что из категории wellness однозначно для вегетарианцев подойдут супы Natural Balance, потому что они 100% содержат растительные компоненты, даже протеины растительные. Итак, это соя, это зеленый горошек, это молодой картофель. Поэтому, вот, к сожалению, из вегетарианцев только для вегетарианцев только супы. Но и опять-таки, если вегетарианец хочет быть здоровым и крепким, на омега-3 это же не полноценная рыба, это то, что выделено с нее, и просто другой синтетический или синтезированный препарат мы просто сделать не можем, это не будет правильно, это не будет качественно, поэтому на это обратите внимание. Так, тут есть свои пошли, каждый день. Супы наши можно есть каждый день, если вы любите есть суп. Вот если вы сварили дома суп, борщ, вы же его каждый день едите. Также супы – это отличное питание. Так, я омегу-3 заменила на льняное семя, сыплю в зеленые коктейли wellness. Могу сказать, что это не совсем правильно, потому что в льняном семени есть альфа-липоевая кислота, а в омеге-3 есть два вида кислоты – ДГК и ЭПК, которые делают нашу омегу-3 уникальной, которые являются одними из самых важных
таких вот как подсистемы полинасыщенных жирных кислот, которых нет в льняном семени. Так, у меня клиентка принимает Wellness Pack, так теперь не покупает тальк для ног, просто теперь он ей не нужен. Ладно, так, Можно, да, предотвратить болезни, да. Можно лепить астаксантин по нескольку капсул за один прием. Вы знаете, я вам могу сказать точно, что на самом деле есть огромное количество примеров, наших топ-лидеров, которые могут рассказывать и говорят о том, что нужно пить или можно пить больше. И омегу-3, если мы хотим, чтобы кожа была более эластичная, такая красивая, сияющая, что можно пить по 4 капсулы. И астаксантин можно пить там по 5, по 10 капсул. Могу сказать только одно, что организмом может усваиваться только вот эта ежедневная дозировка. В принципе, остальное может выходить естественным путем. Поэтому самое главное – это не большее количество, а постоянно и регулярно. Особенно астаксантин, у него способность накапливаться в клетках, накопительная система, такая бонусная система, и поэтому результат будет виден чуть-чуть позже, нужно подождать. Так. Ну, тут начинают рассказывать истории. Хорошо, истории есть. Итак, упаковка не скрыта, но срок годности 10 октября 2015. Можно ли поменять? Можно поменять, если ваша упаковка и батч указанный, код указанный на упаковке совпадает с временем заказа. То есть, если вы заказ приобрели во время заказа, ну, вернее, купили или оформили заказ недавно, там на протяжении 2-3 недель, даже на протяжении месяца, то поменять можно. Но если вы его покупали в октябре прошлого года или не в октябре, даже в сентябре, то в принципе вы должны были употребить еще тогда. Так, 3-4 грипп, не вернее, грипп уходил. А, так, это истории. Отлично. Так, боремся с простудой. Я принимала так без последствий, верно, с весной и осенью по 6 пью. У кого-то пропал звук. А далее, так, идут переговоры. А обычно малыши рыбу не едят. А что такое давно начали? 19.00 ровно. Я вот вопрос, у меня нет слайдов, у кого есть? А у вас целый ритуал, очень люблю. Так, это у вас переговоры пошли. Вопросы ко мне есть, друзья? Рыбу не едят, омегу с удовольствием. Какие витамины вы рекомендуете подросткам? Я вам могу сказать, что организм взрослого человека, согласно санитарным, вернее, нормам медицинских, вот МОЗ Украины, да, Министерство образования и охраны здравоохранения, вот, это организм взрослого человека считается с 12 лет. То есть, покупая любой медицинский препарат, там написано, что детям там с 3 до 6 по пол таблетки, а детям с 12 и взрослым там по целой таблетке. Так вот, на самом деле, могу сказать о том, что смело можно рекомендовать с 12 лет. Ну, а нормы, например, в России, да, согласно юридическим нормам, то там рекомендовано с 14 лет. То есть, как только ребенок прошел подростковое вот это вот становление, в принципе, можно рекомендовать уже взрослую категорию wellness. Мальчику 12 лет, взрослые или детские? Ну, я уже об этом сказала. В Ютубе есть ролик, где малыш вырывает из рук у мамы и, жидкую омегу. Так, это я поняла. Вопрос у меня внук сюда. Ага, это не ко мне вопрос. Итак, употребляла эффект постоянный. Так, передозировки не может быть. Волосы просто стремительно растут. Покраска корня 2-2,5 недели. И на покраску. Так, супер информация, хочу запись вебинара сделать здесь. Как это возможно? Я могу сказать, что на нашей платформе GVO это невозможно, к сожалению. Поэтому, если кто-то из слушателей смог записать, я буду безумно рада, если появится эта информация и кто-то сможет сделать. Потому что специально для вашего удобства мы читаем вебинары на GVO, чтобы вы просто по ссылке заходили. Ну, а запись у нас есть совершенно на другой платформе, платформе WebEx, которая так сильно не нравится нашим лидерам.
Вот, спасибо, Светлана, за воздушные поцелуи. Взаимно. Так, биотин, его роль. Биотин и пантотеновая кислота – это витамины группы В, это энергия и выносливость. Это то, что необходимо, особенно людям, которые, ну, имеют либо сидячий образ жизни. Это то, что дает возможность людям иметь больше энергии, занимаясь после тяжелого рабочего дня в спортивных клубах, да, делая какую-то физическую активность. Это энергия и выносливость. Так, ух ты, бог ты мой. Молибден его роль. Минерал молибден очень сильно важен для организма как мужского, так и женского, потому что он усиливает функцию витаминного состава. Если есть какие-то вопросы или какие-то нюансы со здоровьем, то и вы хотите получить консультацию у врача, я думаю, достаточно отнести вкладыш с Wellness Pack, чтобы врач посмотрел, почитал и смог принять решение, употреблять вам это или нет. Но могу сказать, что в большинстве случаев врачи не всегда соглашаются, потому что это продукты Oriflame, а не большого медицинского бизнеса. Если в коктейле закончился срок совсем недавно, упаковка запечатана, то можно ли его употреблять? Нет, нельзя. Мальчику 14 лет, можно принимать Wellness Pack для мужчин? Можно. С какого возраста можно принимать астаксантин? С такого же, с которого и Wellness Pack с организма взрослого человека, 12-14 лет. Так, с какого возраста детям нужно принимать омега-3 в капсулах? Спасибо. Зачем? Я перед этим говорила о том, что в детской омеге-3 омеги больше, чем во взрослой, в ежедневной дозировке. Поэтому пока ребенок растет и пока ребенок как бы имеет вот такую вот развивающую функцию, ему нужна, вот он развивается, ему нужна детская омега-3, ее в ней больше. Так. Ага, завтра огурчик, тут про огурчиков. А, если просрочен срок годности, можно принимать? Нет, нельзя, я уже об этом говорила. Можно давать омегу-3 по 1 миллиграмм детям с 1 года. Ну, могу сказать о том, что, в принципе, мы рекомендуем с 3-3,5 лет, а там все остальное, как бы, вы берете все обязанности на себя, в принципе. Так. Когда пью так, ну ты, ага, появляется сыпь, от чего, как пить? Вы знаете, если говорить о том, что вы заметили какую-то закономерность, которая связана с высыпаниями непосредственно для организма взрослого человека, то могу сказать точно, что на самом деле это может быть либо индивидуальная непереносимость на какой-то либо из ингредиентного состава, то есть индивидуальная непереносимость на какой-либо продукт. Либо наоборот, могу сказать о том, что это, ну, может быть просто так совпало. Поэтому если нужно обязательно попробовать, нужно обязательно посмотреть, и если вы все-таки заметили такие вещи, нужно на это обратить внимание и, в принципе, сделать какие-то важные вещи. Либо принимать, либо не принимать. Вот это как бы важная составляющая. Так. Взрослая омега, вернее, взрослая категория wellness рекомендована людям, начиная с возраста 12-14 лет. Ну, тут по поводу внуков, да, шведы с рождения дают, это вот рекомендации непосредственно топ-лидеров, которые общались со шведами. У меня есть как лицо компании, есть информация от компании. Итак. Вот еще один интересный вопрос. Беременным можно пить ПЭК? Опять-таки я могу вам сказать, что
Для того, чтобы, ну, вообще у беременной женщины потребность в некоторых макро- и микронутриентах немного другая. Почему? Потому что, ну, например, такой витамин, как фолиевая кислота, у нас он в Wellness Pack, его показатель 200 мг, а на самом деле беременной женщине его нужно 600. Поэтому сказать, что нужно выпивать 2 таблетированных дрожжей мультивитаминов и минералов, это неправильно. Я просто могу сказать, что из Wellness Pack беременной женщине однозначно нужно и полезно это омега-3, однозначно нужно и полезно астаксантин, а, конечно, витаминно-минеральный комплекс нужно уже брать согласно потребностям организма, беременного организма. Там немного потребности выше. На это стоит обратить внимание. Итак. Ну вот тут вот по поводу онкологии, вот точно могу сказать, что в данном случае нужна точная рекомендация врачей. Почему? Потому что, например, витамины дают рост и обновление клеток абсолютно всех. И поэтому здесь, ну, желательно говорить и обсуждать. А почему? Потому что омега-3 однозначно будет полезно, астаксантин однозначно будет полезен. То есть врач должен обязательно рекомендовать. Но есть еще одна информация от компании. К сожалению, ни больные, ни беременные, ни кормящие грудью в тестировании продукции не принимали участие, поэтому мы не можем точно сказать, насколько что будет полезно, а что нет. То есть ваша личная рекомендация с врачом. На это стоит обратить внимание. Так, антиоксидант еще по правильному можно принимать взрослыми, еще так, то скильки. Могу сказать точно, детские витамины не подойдут взрослым, взрослые витамины не подойдут детям. И если говорить про антиоксиданты, то антиоксиданты мы рекомендуем непосредственно, начиная вот как астаксантин, начиная с организма взрослого человека 12 лет. Так, ну что ж, дорогие друзья, хорошего волшебного вам вечера. Вот, и до скорой встречи. Кстати, хотела сказать вам по большому секрету, что очень скоро, буквально послезавтра, смотрите в Ютубе обзор новинок каталога номер 3 с совершенно другими участниками.